Меня зовут Марк, мне 15 лет. Меня зовут Сури, мне недавно исполнилось 8 лет. Я с ранних лет занимался фортепиано. Я хожу на вокал, хожу на танцы с 6 лет, хожу на балет с 2 лет. Я больше всего мечтаю в будущем стать актрисой либо певицей. Я очень волнуюсь. Больше уверен, намного больше, чем моя сестра, потому что у нее опыт в этом есть. А вот у меня это первое выступление. Я никогда в жизни своей не получала второе-третье место. Один раз я получила первое место, а все остальные я получила гран-при. Какая фирмачка у нас уже стоит. Так еще и брат и сестрой. Сурия, дорогая моя, тебе всего лишь 8 лет, а у тебя уж такой репертуар серьезный. Алиша Кейс, извините меня, у нас взрослые девчонки не могут петь такие песни. Ты прям поешь на опоре. Припев наверху, а куплет-то внизу. И тут раз так перешла мясо сразу, какое, да? Мясо, раз так мясо дала нам. Великолепно. Но, маэстро, вам отдельный поклон. Отдельно вам, маэстро. На самом деле, это здорово, потому что вы брат с сестрой. Я представляю, как она тебя дома мучает, да? Ну, давай еще, ну, поиграй мне. Да.
Ты молодец. Это правда, это очень здорово, потому что обычно братья отнекиваются от маленьких сестренок, от братишек. И так, иди, иди, на тебе телефон, иди поиграй. А ты пришел, не просто пришел поддержать. Право тебе, молодец. Браво, что подыграл. Спасибо. Достойно. Я думаю, вы нашли отличный вообще способ, как завоевать все сердца. Сурия, ты была великолепна, ты действительно блистала. Ты бы блистала даже без блестящего платья, потому что ты Спасибо. Действительно звездочка. И это чувствуется, когда в человеке есть вот этот стержень харизмы, который привлекает просто все внимание. Тебе, мне кажется, даже условно в классе ты, наверное, девочка, на которую всегда обращают внимание, да? Ну, то есть это видно, что ты притягиваешь взгляды. Она улыбнулась, значит, это так. Да, плюс ко всему ты очень талантливая, поэтому я желаю тебе, ну и вам вместе, конечно же, чтобы ваш талант развивался и вместе, и по отдельности. Я уверен, что у вас большие цели и планы. Спасибо огромное. Спасибо большое. Браво. Марк, Сурия, спасибо большое за ваш тандем.